Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в замечательную игру, которая называется Watch Dogs. В прошлой серии мы напали там на одних чувачков, потом напали других, в общем, еле отбились, и каким-то образом после перезагрузки игры меня кинуло вообще сюда, возле какого-то этого контейнера. Глянем, что тут у нас. На? Ну, да тут и жить можно. Неплохо. Я бы хотел себе где-нибудь за городом поиметь такую штуковину. Весьма-весьма. Ничего. Какие-то тут непонятно. Так, и что здесь? Гардероб. Поспать можно. Здесь вроде как шкафчик оружейный. Но оружие почему-то взять нельзя. Ну, ладно. Не будем особо заморачиваться. Так. Там... В прошлый раз разузнал, что можно... О, ловушечка, генератор помех, сколочная граната, так, блокаут можно заматься. Блин, все по нолям, я ж вроде их наделывал. Да, кстати, спасибо за подсказку Golden Drakeon, что можно оружие прятать по табу. Блин, я не догадывался. Так, и... Я вот не понял... А... Вроде как можно... А, ё-моё, всё-таки вот она, 416-я. Всё ясно. Всё понятно. Так, ладно, с этим разобрались. Здесь у нас тоже всяких... Ой, чего у нас тут только нет. Пистолет с глушителем, скорострельный револьвер. Автоматически. Так, ладно, пускай с глушаком будет. Так, надо ещё понасобирать всякой шалупени. Хотя бы две вот этих штуки. Генераторы. Так. Блэкаут. Ну и гранатку одну соберем. А, пускай две будет. Так, ладно, пойдем дальше по... Так, спрячем пистолетик, а то... Еще. Возбудятся тут народ. Так, надо... Установить... точку. Ох ты, щад, как далеко надо ехать. Компании, спасибо за совет. Ну, поехали. Посмотрим, что там будет дальше. Не точила вроде ничего такая. Давай. А, нет, это какая-то рвущая, наверное, с места. Или нет? А, я вообще хотел бы еще на той... Да, это рвущая. Так, а если мы на эту сядем? Посмею. О! Вот. Извини, чувак. Блин. Короче, репутация у меня по полную. Полной этой самой опе. Блин, надо срочно кого-то спасать. Чтобы репутация поднималась. Потом будет еще народ меня сдавать уже просто-напросто, по всей видимости, будет там по телеку показывать. Говорить, а это же гад этот, блин, который людей убивает, давайте ловите их, полисмены. Не будем мы до этого доводить. Поэтому... Как-то так. Ух ты. Классно. Классно. Да, блин, выехал и стоит, смотрит, блин. Ехать же надо, ехать. Так, мост можно было развести. Нам этот, ребята, на красный проехал. Я дальтоник, я не видел красный, я поехал. Ой, значок какой-то сбился. Я не хотел. Опять. Да, зеленый был еще. Хотя там вроде светофора-то не было. Тихо. Промахнулся. Не, по машине я попал. Поворот. Промахнулся.
Трек на устранение — это что-то не то. Это, мне кажется, не поднимет мне репутацию вовсе. Поэтому заниматься этим делом не буду. Наверное, когда я еду, мне никто задание на преступление не даст. Ну, прощение. Тихо ты! Ну, хорошо припарковался, нормально. Так, она вообще туда, зря я сюда приехал. В смысле, зря я там остановился. Осторожнее! Ты мне еще будешь говорить, что мне делать, осторожно. От угроз моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Дэмиан. Так. Надо что-то там отключить, да? Так, добраться до источника сигнала. Угу. Сейчас залезем. Сейчас полезем. О, никаких проблем. Проанализируем. Так, а профайлер нужен. Поток разделен. Значит, и щитков там два. Так, а как? Я что-то не понял. Куда-то идет туда. Взорвать. Так, нет. Туда, туда, туда. Так, мне как-то наверх надо подняться. Или какой-нибудь... А, у камеры же есть. Так. Открыть. Хорошо. Так, где еще? Вон еще что там. Подъемник нам не надо. Вон камера. Это куда-то туда за угол. Так, ладно, сбегаем туда-туда ножками. Нормальный такой лифт. Мне нравится. Куда же он нас приведет? Блин, а мне мало что дало, честно говоря, потому что там этот... Рот, он вон куда заходит, а куда туда за угол. Ладно. Да, вылазь, ничего с тобой не станет с такой высоты. Так. И что, и как мне туда? Кидать нельзя область. Это класс. Это супер. Может, я неправильно что делаю? Так, ставлю пока на паузу. Так, я, кстати, разобрался, почему у меня тогда в первой, по-моему, серии упоролось управление. Когда нажимаешь на F8, почему-то Watch Dogs переходит в какой-то странный режим управления, при котором
Персонаж не вот так вот бегает вот при нажатии А и D, а он просто начинает поворачиваться. Я пытался таким образом управлять, и, в общем, ну, увидели, что у меня получалось. Вот, а как выйти из этого режима, я не знаю. А F8 мне нужен для того, чтобы в программе, записывающей бандикамеры, ставить паузу, если кто побеспокоит. Печально. Так, стоп. Мне тут туда лезть не надо, мне нужно вот эту камеру посмотреть. И там вот эта вот штука, которую нужно открыть. Так. Возвращаемся к этой штуке, чтобы ее взломать. А, чую, здесь неспроста вот эти вот все взрывачки, взрывчачки, предохранители. Чую, сейчас будут нападать. Твою дивизию, блин! Я думал, это штука, которую взламывать надо. Ой, ну дурак, ой, дурак. Ладно, сейчас по-быстренькому все это сделаем. Блин, реально нечего садиться и поздно записывать серии, потому что реально начинаешь тупить. В общем, так тупить, как никогда в жизни. Ну, зато прикольно. Так. Сейчас метнемся туда. Блин, взломал называется. Офигенно просто взломал. Но. Надеюсь, что в этот раз все получится. Вид этот неспроста, он закрывает нам обзор, потом мы эту камеру пэк. Смотрим на эту штучку и все готово. Возвращаемся назад. Взламываем. А? Так, ясно. Готово. Так, стоп. О, так вот. Так. Так. Есть. Ой, головоломки эти, честно говоря, немножко подостали. Так. Не так. Так, нам нужно вот это. И сюда. Ага, вот так вот. Так, это готово. Это у нас должно стоять. И не вот так, скорее всего, вот так. Это мы запускаем вот так. Ну и почти готово. Это еще что? Кандидат. Что за кандидат? А, это мы с ноутбука что ли смотрим, да? А, это вот ноутбук. Что такое? Тоже пострадал. На тебе только за тенью побегать. Как делишки? Дэмиан Брэнкс. Он что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Похоже, для вас, Громилы, есть новое задание. Но а, блин. Вперед. Сволочь. Трындец. Поналетело. Thank you.
пошел. Ну, молодца. That's good. Нет, меня там палят. Готов. Блин, тут еще подбираются. Блин, этих, ну, мне уже придется так ловить, наверное. По-другому никак. Там снайпер валит. Ой, надеюсь, сначала не помню, надо будет. Сначала бы ту снайперюгу завалить. А, так мы его завалим сейчас. Так, он валит оттуда сверху, мы его сейчас жахнем. Этого надо. Хорош. Ай, хорош. Так. Тоже неплохо. Так. Так, а у меня же где-то гранаты были. Здесь никого, продолжаем. Никого тут нет, иду дальше. Осторожно! Берегись! Ищите уже! Там снайпер! Вот! У него пушка! Так, ладно, меня заметили, поэтому... Откуда? Хорош. Где еще? Откуда палят они? А, вот. Можно было это взорвать что-то. А, все, все готовы, да? Ладно, Дэмиан. Поговорим. Отлично. Сейчас найдем этого демона Дэмиана. Блин, здесь можно было эту штуку взорвать. Машину сразу, когда она ехала. Жидки. Полутаем немножко. Ничего здесь лутать уже. Все, погнали. Кстати, чувачки, я вашу машинку одолжу, наверное. Еще мне. Похожу по ней сначала и поеду. Ой, извините.
Дай, блин, что-то у меня задом получается. О! Так, ну теперь демон, злой Дэмиан Содомский. Сейчас тебе поговорим как следует. Сволочь ты такая. Вообще не понимаю, что он взъелся там. Так. А. Нам уже сюда. Мастер парковки. На тебе разговор, блин. Какая штука, кстати, граната нормально работает. А? Всех. Песенку стырил. Не, бухаешься. Умница. Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил Нике. Что нужно, Дэмиан? Ну, намусорил, сволочь. Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответ. С такой-то рожей ты точно хочешь помочь. Ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя. Хорошая улыбочка, блин. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты. Это же зацепка. Ну-ну. Может, он зря его сейчас разозлил? Инвалиды, блин, злые обычно они. Ну, что будет, то будет. Ладно. Я поеду дальше. Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Куда прешь? Он что-то знает о Мерло. Да, понял. Да, но... Ну что, продолжим дальше наше скитание. Что-то никого не убивают, не грабят, не воруют. О, только сказал... Давай, преступление. Супермен спешит на помощь. Сейчас мы даже пешочком пройдемся. Это не смешно. Эй, чувак, думаешь, это смешно? Так. Пистолетик достали, подготовили.
Сейчас спасем бедных и обездоленных. Стоять! Ну как останавливаться быстро? Молодец. Стоять ты тоже. Я там бегу людей спасать. Мне здесь не нужны. Тихо, прикольная букашка. Так. Что у нас тут? Давай смотрим. Здесь, конечно, пройти можно. Зря я сюда пошел вообще. Это было... Блин, здесь даже перелезть нельзя. Ой, простите. Что вы гавкаете? Главное, простите. Ну ладно, прощаю. Так, где здесь камера какая? Здесь что-нибудь? Нету. Так, а профайлер вообще работает? Работал же. Так. Ага. Он здесь. Это жертва. Осталось найти. Блин, здесь спрятаться негде реально. На таком расстоянии. Эй, сволочь, привет от Куина. Помогите кто-нибудь! Пошел нахрен! Кстати, мне нужна твоя тачка. Так, новые навыки. Блин, у трупа тачку не забрать. Это что-то новое. А не, можно. Так. Я хочу... Я не хочу это. Я хочу навыки. Так. Да, блин, одно очко навыка только. Пш, успокойтесь. Так, я поеду на задание. На очередное. Где оно? Где оно? Далеко. Вспомнить все. Так, ладно, я, наверное... Хотя, поехали. Думал, он смотается. Ага, сейчас. Это Супермен. Супермен только ездит, ни хрена не умеет. Вот это да. Началось. А что я там сделал вообще? Вообще надо все пустить. Продолжаем. База, потеряли его. Продолжаем бой. Идем на таран. Хватит, останови. Надо, я заграждение сделал. Ух. Полицаю, видимо, не очень хорошо пришлось. Ладно, мы законопослушные граждане. Ездим по тротуарам. Сбиваем немножко тут. База, мы не видим объект. Черт, какая машина неуправляемая, а? Ну еще хотел на ней смотаться, но убился бы. На самом деле. Нет, в принципе, неплохо. Навык зато получил. Теперь же сеть опутала весь город. Внедряя свою систему, Блюм утверждали, что благодаря ей жители будут экономить до $800. Судя по годовому отчету, эта цифра оказалась значительно ниже. Жители какие-то лаги пошли. По Ой-ой-ой-ой. Не, не надо. Однако мне лаги. Блюм продолжает уверять, что в первую очередь компания работает на благо жителей города. Конечно, все же для народа. Все для нашего любимого. Не люди для страны, а страна для людей. Вот это правильно.
Так, что там? Нужны мне ваши устранители. Не впились. Так, что ты стоишь? Дай проехать. Ё-моё, тачка вообще. Не, она, наверное, крутая, блин, но по управлению. Что вы гуляете по проезжей части? Вообще, что ли, блин, страх потеряли? А, это ясно. Это я знаю, куда мы приехали. Это грустная часть. Ладно, не будем здесь бегать. Это воспоминания. А ты что здесь делаешь? Да еще люди доходят. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но... Хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден? Не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи. Обещаю. Обещание не сдержал. Он чувствует свою вину, он не может забыть. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. Так, я слушаю, да. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил, заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман Хайтс на крыше. Ну, кстати, классная вещь. Да, и что? Да, концентрация называется. Ладно, я думаю, на этом стоит закончить эту серию, на этой грустной минуте. Устранять мы никого не будем, по крайней мере, сегодня. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всего вам доброго. Всего самого лучшего. Пока-пока.